О, дорогая, привет! Привет! И что это за дела такие? Я весь день не могу до тебя дозвониться. Почему? А, это потому, что я сегодня начал телефон заворачивать в фольгу. Для того, чтобы вредное излучение не действовало. Вот видишь, я вот так вот его замотал. Вот. Какое так еще излучение? Ну ты что, не знаешь, что ли? Вышки 5G оказывают вредное излучение на людей. Там заговор правительства, тайное правительство мировое у нас. Оно вот специально делает эти вышки, они оказывают излучение, и у нас мозг начинает меняться так, как им нужно. Ну ты что, не знаешь, что ли? Я смотрел на РЕН-ТВ это. Ой, Геночка, Геночка, поздно ты стал свой телефон заворачивать в фольгу. Надо было вчера, что ли, еще заворачивать, да? Да, нет, видимо, раньше. Ага. А я вот об этом даже не подумал. Слушай, я завтра посмотрю еще ТВ-3, там обещали показать про рептилоидов передачу, и, наверное, там что-то будет интересное про это. Так, ладно, давай я пока замотаю его опять в фольгу, а то вдруг опять на голову что-нибудь подействует. Может, в больничку провериться? Я вчера же проверился уже. И что, сказали, тебя выпустили?